Приветище! Сегодня мы поиграем в демку, такую маленькую демочку или пролог, как тут написано, под названием Dune Mechanic Survival The Steampunk Era. Название длиннющее, интересное. Я посмотрел видосик по этой игре, уже чуть-чуть поиграл. И мне понравилась задумка. Как реализована игра, конечно, она еще далека до совершенства, но в оправдание разработчиков, ее разработают всего два человека, два энтузиаста. И в целом, я не знаю, это первая их игра, если она первая, то очень даже неплохо. Есть, конечно, к чему стремиться, но еще я хочу сказать, что это всего лишь демка. Какая будет игра на релизе, никто не знает. И вообще, доберется она до релиза или нет. Если доберется, то будет круто, я бы, конечно же, на нее посмотрел. Ну а мы начинаем. Значит, мы появились в пустыне. Здесь есть огромный пепелац. Он потерпел кораблекрушение, скорее всего, это наш, потому что мы тут единственные вообще выжившие. Карта нас ограничивает, мы не можем далеко уйти, максимум взбираемся сюда, и тут вот все, стенка. Что странно, здесь растут, по крайней мере, раньше росли вот такие вот небольшие деревца. Возможно, тут был какой-то оазис, и в итоге его выжгло это солнце. Есть небольшие пещерки, в них что-то есть, возможно, это соль, я не знаю, кристаллики, видишь, какие? Мы их сможем добыть, так как у нас есть топор, у нас есть кирка, у нас есть пушка, у нас есть гаечные ключи. И вообще, поскольку у нас тут есть пушка, мы сможем защищаться. Есть какая-то постройка, откуда она здесь взялась, вообще неизвестно. Контейнер с водой, возможно, сюда кто-то притащил, может, верблюды или... бабуины какие-нибудь. Значит, что нам говорят? Нам нужен верстак. Ну как верстак? Вначале мы сделаем какие-то механические штуки, которые позволят нам, возможно, починить наш дирижабль и выжить здесь. Насчет починить дирижабль, не знаю. Может быть, его уже и нет смысла чинить. Значит, так, вот наш инвентарь. Вот эту штуку мы ставим на песок. Только на песок. В дирижабле строить ничего нельзя. Вот, рельсина. И идем собирать вот эти вещички, из которых мы сделаем нашу первую стимпановскую машину. Как бы, вот видишь, в чем минус первый? Это как это все конструировать. Мне не нравится, как это все конструируется. Непонятно, куда это все пихать, во-первых. А во-вторых, нет привязки. Само оборудование не привязывается к этому столу. Нужно наугад куда-то тыкать, пока зеленое свечение не появится. Дальше вытаскиваем вот эту вот вагонеточку, мини-вагонеточку из песка. Почему она оказалась здесь, тоже не ясно. Но это всего лишь демка, она должна нам показать вообще возможности игры. Так что на этот счет не запариваемся вообще, не зацикливаемся. Вот вагонетка. И видишь, она мигает, значит, ставить можно. Пока что все у нас хорошо. Бежим дальше в огромнейшую коробочку. Я же тебе внутри дирижабля-то ничего не показал, да? Вот смотри. Так, тут у нас все поломано. Возможно, дирижабль потерпел кораблекрушение только что. Так как тут что-то дымится. Тут одни всякие инженерные штуки. Можно вот взять вот такие вот стеклянные вещички. Тут есть вода, у нас запас воды. Прикольно, да? Потерпели кораблекрушение, а все по полочкам разложено. Возможно, перед тем, как выйти в песчаную эту пустыню, я тут прибрался. Ну, в принципе, мы тут взяли помпу. Это ж помпа, да? Blacksmith, ну то есть кузня. Это наш кузня, который будет ковать нам всякие приблуды. Ну давай, вставляйся. Куда она вставляется? Я уже запамятовал. Вот куда-то сюда. Вот сюда. Вот такая штука. Теперь, чтобы это все заработало. Вот что мне здесь нравится, это то, что ты тут все своими ручками делаешь. Нам нужно все это дело заправить. Во-первых, залить туда воду. Вот берем бутылочку с водой. Все это выливаем сюда. Открываем инвентарь и выливаем. Вот, наполнили. Дальше. Бежим туда. Наполним снова нашу бутыль водой. Вот откуда я понял, что это контейнер с водой. Потому что я уже эту процедуру проделывал. Хватаем топорик. И рубим наши деревца здесь. Засохшие деревца. Потому что нам нужно кузню нашу разжечь. Как все совпало, да? В пустыне есть дерево. Нам две веточки, в принципе, достаточно будет. Если бы здесь не было дерева, то как бы шиш, мы бы здесь инженерили что-нибудь и в наковальне нашей ковали. Закидываем вот сюда, в котел. Он уже, кстати, горит, что интересно. Я его только построил, еще не разжег. Видимо, поскольку спичек у нас нету, котел сам по себе горит.
Вот. И нужно воду залить еще сюда. Поэтому мы наполнили нашу бутылочку. Это охладитель. Вот эта штука, это охладитель. Сейчас все поймешь, что как это тут работает. Теперь берем, значит, кирку. Ой, ствол достал. Кирку. И идем в пещеру. Добывать железо и купер. Купер — это же медь у нас. Я сколько уже в выживалке играю, а все не могу выучить, что купер — это медь. Вот такой вот незаурядной анимации мы добываем железо. Радует, что это железо кончается, но не бесконечно. Если я буду долго долбить его, то руда отсюда исчезнет. Давай же, исчезай. Я, наверное, долблю слишком большой кусочек и... Вот, видел? Исчезло. Как бы это хорошо. Это прям радует. Добываем еще 4 кусочка меди, и все. Нам, в принципе, достаточно. Перчатки у меня, заметил, какие дельные. Как будто я из Киберпанка 2077 прилетел. Ну все, с набитыми карманами, достаточно железа и меди. Мы сейчас начнем выплавку нашей первой детали. Закидываем сюда железо. Что примечательно, наша печка вот эта вмещает всего 4 куска железа. Это не очень хорошо, я бы хотел сюда побольше воткнуть. Но, увы, вместительность ограничена. Теперь нам нужно все это дело выплавить в... А, стопы, опережая события. Нам нужно бежать сюда. Бежим сюда. Это наш основной станок, который позволит нам делать инженерные конструкции. Вот, водяная помпа нам нужна. Выбираем ее и делаем базу, основу для водяной помпы. Нам нужно, смотри, вот детальки здесь все написаны. Это аббревиатура сокращенная, возможно, или просто номер детали так обозначается. В итоге, мы сейчас идем к нашей кузне и начинаем эти детальки делать. Это не то. Вот. Нам нужна вот эта штука. B02I. Мы ее делаем. Так. Расплавленное железо выливается в контейнер. Там, скорее всего, матрица. Они там ее долбят. Это маленькие молотки, которые выковывают. И вот охлаждает эту деталь теперь. Она там прессуется. Или не прессуется, не знаю. Скорее всего, она просто опускается вниз в ящик. И с этого ящика я могу теперь ее забрать. Дайте мне ее. Вот она. Это деталька. Это ножка. Ножка нашей базы для водяной помпы. Мы ее оттаскиваем сюда, и нам говорят, что ты молодец, но нужно как бы еще одну такую же деталь и раз, два, три, четыре новых детали. Что ж, пойдем ее делать. Эту деталь. Ну, во-первых, опять ножку, и все. Вот тут начинается... А, стоп, мне надо железо закинуть. Потому что одна эта деталь требует 4 железа расплавленного. Начинается сейчас монотонная работа, все одно и то же. Мы сейчас зациклились вот на этом станке, что меня не очень радует в прологе. Хотелось бы за короткое время узнать побольше об этой игре, но, видимо, кроме как крафтить, мы здесь в прологе больше ничего и не будем делать. Это печаль. Ну, ладно. Ствол-то у нас есть, может, на нас кто еще и нападет. А тут по видеоролику, когда я смотрел, нападали какие-то машины. И мы отбиваться должны. Вот это вот мы делаем, у нас тут все уже расплавилось. Так что я надеюсь, что все-таки на нас кто-нибудь нападет. А пока работаем. Вкалываем. Что называется. У меня же там, кстати, еще, да. Пойдем воды наберем. Сходим сюда. Вообще пошаримся, что тут у нас есть. Может, это взять можно. Ой, нет, это не то. Нет, стол убери. Топор убери. Убери кирку. Так, значит, вот это вот... Это просто... Опа. А что это тут лежит? Это мол... Я это взял. Я это взял. Что это? Патроны. Ага. Так, ну допустим. Я, короче, наверное, поторопился, да, опередил события. Значит, на нас точно тут кто-то должен нападать, раз патроны мне дают. Наполнили нашу бутылочку. Сейчас забираем детальку и делаем остальные. Так. Она скрафтилась. Вытаскиваем ее. Дальше. Дальше нам нужно... Знаешь, что нам нужно? Сейчас тебе покажу. Вот такая вот нам понадобится. Для нее нужно тоже 4 железа. У меня сколько там было? Одно. Сейчас пойдем добывать. Железо. Я иду за тобой. Как хорошо в пещерке, наверное, после такого пекла на солнце. Пашем как не в себя. Добывая. Сколько мы уже добыли? Раз, два, три. Три. Всего 3 добыли.
Хорошо. Работы. Потихоньку работы. Кстати, я в прошлый раз, когда тут добывал, мне плюсанули плюс один скилл к добыче руды. То есть тут еще и скиллы есть. Но нажимая на все кнопки клавиатуры, я не нашел, где тут можно таланты вкачивать или где посмотреть свою статистику прокачки. Вот, смотри, скилл поинт дали мне с киркой. Ну, то есть рудокопа. Сколько я тут? О, я уже больше добыл, чем нужно. То есть, как бы, прокачка здесь тоже имеет место, и, возможно, она будет. Снова закидываем сюда руду. Раз, два, три, четыре. Все. И делаем, что значит? Вот эту штучку М5 нам нужно скрафтить. Слушай, а может тут по две детали сразу можно делать? Кстати, да. Я что-то об этом не подумал. Так как у нас остается окошечко, два окошечка снизу, возможно, можно делать по несколько деталей одновременно. Сейчас мы это попробуем. Мне нравится, что здесь есть анимации производства. Это классно. Это плюс для этой игры. Хотя бы можно понаблюдать за процессом. Вытаскиваем. Давай сейчас несколько деталек попробуем загрузить. М04 сюда. И вот эту пластину. А, она больше руды требует. А что нам еще там нужно? М11, да, по-моему? М11, где она? Вот. А что, она слишком большая, что ли? Да ладно, нельзя две сразу делать. А нафига тут так... Ну... Вот, например, вот эту вот. Да, у нас 4 слота. Мы сделали металлическую пластину. Остается последняя деталь. Если я не ошибаюсь, последняя деталь. А, вот это вот. А, надо железо закинуть, конечно, конечно, конечно. Еще, кстати... Забыл тебе сказать. Лоуко. Вода кончилась, что ли? Вода закончилась. Вот, нужно пополнять еще и ресурсы в нашей кузне. Потому что все. Тут тоже вода уже потихонечку заканчивается. Надо будет ее пополнить. Значит, вот эту вот штучку нам сделать. Лоу. Че, и сюда тоже воды, наверное. Или подбросить дров нужно. Сейчас я пойду за водой схожу. У меня аж там ближе будет сюда сходить. Чтобы у меня два... бутыля было с водой, это намного проще. Мне нужно, чтобы ты руду переплавила. Скорее всего, точно, она не переплавилась из-за того, что у нас костер потух. Ну, хотя здесь показывают... Что... А, ну да, вон температура. Все, костра нет, все, тогда разобрались. Это не глюк. Это я тупанул. Не уследил за температурой. Все ясно. Вот такие-то дела. Хорошо, что датчики там работают, они просто для красоты нарисованы. Так что выходит, что нам нужно и сюда, наверное, подкинуть, да? Ага, все, везде температура на нуле. Берем, значит, дрова и закидываем. Вот так-то. И сюда тоже. Теперь проверяем, что по температуре. Она поднялась. Температура поднимается, здесь у нас пока еще ничего не плавится. Давай, температурка. Тут тоже у нас температурка поднимается. Давай-ка еще сюда подбросим веточку. Ну так. Там, кстати, старая ветка лежала. Вот хорошо. Так, температура. Вот, плавление пошло. Все, здорово. Ништячок. Все хорошо. Теперь мы можем сделать М04i. И знаешь, что я сейчас заметил? Я заметил, что у нас настроение не очень. Вот тут красная мордочка. С водой проблема, корзинка, я вот это не знаю, что это вообще за корзинка такая. Может быть, корзин для удаления, не знаю. В общем, надо что-нибудь пожрать и попить, скорее всего. Но прежде мы скрафтим вот эту вещичку, пускай она крафтит. А я пойду выпью бутылочку. Выпиваем. Пока что тут ничего не обрисовалось. А можно поесть? Что-нибудь есть покушать у нас? Вот это что у нас? Консерва какая-то. Дай гляну. Ага, консерва. Съедаем. Вода восстановилась. По еде пока непонятно. О, сразу смотри, смайлик зелененький стал. Жить будем. Не знаю, правда, влияет это сейчас на наше здоровье, поскольку шкалы здоровья я здесь не вижу. Так, у нас тут выплавилась деталюшечка. Забираем ее. И М11 нам нужно еще. Огромную балку. Огромную балку. Где она? Вот она. Тоже нужно два. Ага, у меня как раз тут два расплавленных куска железа есть. Так что все. Сейчас платформу для водяной помпы мы сделаем. Все, получается, все детальки у нас собраны.
Детальки у нас собраны. Кидаем сюда и крафтим. В смысле, у меня в прошлый раз такого не было. А чё с двигателем? По маслу тут вроде бы все ок. Тут. Видишь, температурно. Короче, скорее всего, и тут тоже дрова нужно. Все, я понял. Сейчас, секундочку. Срубим одно деревце. В прошлый раз я до этого еще не дошел. Закидываем веточку и наблюдаем. Сбегал еще за веточками, сейчас закинем. Их там теперь три. Вот, короче, все поднялось, проверяем. Он работает? Да, заработал, отлично, отлично, отлично. Наша платформа куется, пилится, делается, я не знаю, что шестеренки крутятся. Это самое важное. Там он сверху пропилы, смотри, делаются тоже, видимо, для винтиков. Чтобы потом болты туда вкрутить. Ну, как бы, все ок. Все сделалось, открываем огромный ящик и достаем нашу базу. Дальше ее размещаем также на песок. Где-то здесь, куда-то сюда. Вот, вот наша база. Ее можно обратно как-то... Нет, я хотел ее переставить, но, увы и ах. Нам говорят, теперь беги вон туда, возьми вон то, притащи его сюда. Нет проблем. Берем эту штуку. Что это за штука, сейчас узнаем. Может быть, сама помпа? Steam Engine. Steam Engine. Тут все стимовское. Стимпановское. Дальше нам нужно сделать саму ватер-помпу. Идите к инженерному модулю и установите его. Это мы уже сделали. Теперь нужно сконструировать ватер-помпу. Вот она, сама ватер-помпа. И вот смотри, сколько на нее нужно всего. И это капец. 2, 2, 3, 1, 1. Ну что, пойдем делать с М06, М12. Начнем. Посмотрим, что это вообще такое. Возвращаемся к нашей кузне. Тут все пока что, все огонь. По огню. М06, значит, вот эта вот штука нам нужна. Два железа. Окей. Пойдем его добывать. Железо нам, по всей видимости, нужно в огромном количестве сейчас. Кстати, а камушки вот эти можно разбить? Нет, камушки нет. Только руда. Ладно, нет проблем. Я поселюсь, наверное, здесь на всю ночь. Хотя ночи я тут еще не видел. Буду добывать огромное количество железа, поскольку оно нам очень нужно сейчас. Вот интересно, мои сумки забиты. И что будет, если я продолжу добывать? А, нет места. Ну, логично. Я думал, что руда будет падать на пол, я потом ее соберу, но нет. Значит, возвращаясь к нашей кузне. М06. Сколько нам вообще таких штук-то нужно было? Пойду. Чего? Что-то где-то нужно подкинуть. Опять. А, вот, да-да-да. Деревяшечку. Сюда вот нужно. Пойду сейчас опять рубить. Рубить дерево. Это мы сейчас М06 сделали, а нам теперь М12 нужно, да? М12 это у нас вот эта балка. А нет, это М10. Вот, металлическая труба, вот эта. О, смотри, и труба закинулась сюда. То есть все-таки можно? А почему ранее у меня не получалось так сделать? М12 куем. Итак, смотрим. Ящик, открывайся. Да, две детальки. Дальше нам нужны детали, которые мы не можем произвести в нашей кузне. Это GP7 и SET1i. Написано, что GP7 детали это... стеклянная туба. Возможно, вот что-то из этого нам нужно взять. Туба. Ну, это типа трубка, может, вот это вот. Давай посмотрим. Это похоже. Да, GP7, отлично. И делаем теперь медные. Медь. Вот эту вот штуку. А, купер закинем сейчас сюда. Вот. Смотри-ка, для датчика всего одна медь нужна. Мы этот датчик тогда сюда пихаем. И... что нам еще там нужно-то было? Вот эту вот, по-моему, S10, да. Эту детальку запихиваем. И еще. Где она? Вот, B01. 4 вообще меди нужно. Йо-хо, наконец-то водяная помпа, блин, у нас сейчас создастся. Мы будем делать воду. Будем делать бабки. Все, выходит, что SET и S08. Отлично. Здесь у нас по огню... О, надо подкинуть дровишки. Температура падает.
ловить кочергу. Нифига себе, ты видел, как у меня рука отъехала? Я сейчас сам чуть не отъехал, блин. От этого испуга. Вот он сет, и вот. Наконец-то! Мы завязали с этой помпой. Я надеюсь, больше ничего такого длительного мы ковать не будем. Это было реально долго. Чек. Масло у нас в порядке. Температура. Я же только что подкинул. Еще температура надо, чтобы поднялась. Ну-ка. Пошла жара, наконец-то. Пока разобрались, блин. Ужас. Вот мне интересно, для чего вот эти вот рычаги? Что это вообще такое? Не ясно. Может быть, когда-нибудь мы это узнаем. Вообще здесь у дирижабля даже руля нет. Вот это я сомневаюсь, что руль. Хотя, похоже. Тут вот ветровое стекло раньше же было. Ладно, нам это сейчас не интересно. Нам интересно водяную помпу создать. Она почти у нас готова. Во, какая здоровенная. Погнали, 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 погнали. Водяная помпа впихивается сюда. Во! Вот же! И нам теперь нужно сбегать за маслом, чтобы эту помпу смазать. Берем, значит, масло. Вот. Воду заливаем. Воду, конечно же. Угу. Теперь у нас есть еще вот этот вот датчик резерв. Потом Capacity, что это такое, как переводится, фиг его знает. Пойдем сейчас еще дрова срубим, чтобы зажечь и запустить наш котел. Закидываем пару веточек тоже. Вот, в принципе, и все. Фух, я сам вспотел, пока создавал эту водяную помпу и заправлял. Теперь нам нужно вот тут вот что-то вентиль покрутить или что. Смотри, что-то производится. Может быть, сюда что-то подтащить. Ага, я набрал себе бутылку с водой. Ну, как бы водяная помпа, логично, что она воду производит. Так, на нас кто-то нападает? Где? Где? Один из роботов. Вон, точно, робот, смотри, прет. Доставим ствол. Нифига себе, ты кто такой? Какой ты странный. Стой, подожди, ты можешь меня толкать? Нет, не может. Но он хочет атаковать нашу базу. Мне интересно, что он будет делать сейчас. Пальцами своими тыкать ее? Смотри-ка. Ах ты негодяй. На тебе. Патроны просто... Стреляй! Перезарядиться надо, наверное. Нифига себе. Но у меня есть гаечный ключ. Я починю. Прикольно. Вот это прикольно. О, всякие штучки, безделушки с них побывают. Надо это все собирать, нам же пригодится. Мы же, блин, долбанные сантехники. Инженеры. Перепутал. Давай попробуем сейчас отремонтировать как-то это все нашим гаечным ключом. О, подожди. Я вот это забрать могу? О, детали можно подбирать. Это здорово. Это классно. Это хорошо. Вот это вот мы можем как-то гаечным ключом починить? Я думаю, что нет. Нам нужно какого-то дрона сюда запустить. Написано, что... Вот это вот дрон. Я его взял. Теперь мне нужно его сюда как-то поставить, видимо. Так. Куда мне его вообще? Дрон, как тебя запустить? Чтобы... А, вот, вот, подожди, мне его туда надо поставить. Хорошо, сейчас. Сейчас я его сюда поставил. Что дальше? Ух ты! Я только прочитал, что я чувствую себя плохо из-за жажды, и все вот это вот в том духе. Надо бы попить, наверное, водички. Началось, да? Я говорил, что нам пока все равно, но теперь у меня мутнеет в глазах. О, вообще потемнело. О, что происходит? Я же попил водички. С водой норм, надо поесть. Так, вон там что-то, видимо, лежит какая-то консерва, которую можно похавать. Вот теперь мне реально плохо становится. Консерву эту давай съедим. Ну все, жизнь прекрасна. Жить стало проще. Разбираемся с дроном. Что с ним нужно делать? Пойдем. А муть в глазах у меня пройдет. Это что-то как-то не очень видно все хорошо. Ого, ого, ого. Сюда детали какие-то скидываешь. И у нас есть деньги. Ничего себе. Написано, что у нас осталась последняя консервная банка. И мы можем сдохнуть из-за этого. Поэтому нам предлагает
запустить дрона в магазин, чтобы сгонял, и купил нам консерву. Но чтобы это сделать, его нужно заправить дровами и водой. Ну что ж, давай попробуем влить в него воду. Вот. Может быть. А, столько хватит. И теперь дрова надо вот сюда закинуть. На самом деле хорошо, что этот дрон работает на дровах, поскольку электричества-то тут нету. А дерево, пожалуйста. Все, мы его заправили, в принципе. Теперь давай попробуем что-нибудь купить. Ну, консерву нам нужно. И я думаю, что пока на этом все, платы какие-то есть, сеты. А это все, что я могу продать, видимо. Вот, тут так и написано, сейл. Ну, давай шестеренку одну продадим. Это за 25 мы ее продаем. Потом, что еще? Вот эту вот могу штуку продать. Процессор за 120. Ну, почему бы и нет. Ствол. Могу ствол продать, ну как бы. А надо ли оно, если на тебя будут опять нападать? Алюминий могу продать. Вот. И как бы получается, что я даже в плюсе. Я заработаю, нежели мне пока одну банку консервы за сотку привезут. Ну что, в принципе, вот. Мой вертухан полетел. Крутая затея с дроном, конечно, мне это нравится. Но почему этот дрон не может слетать на рынок и привести помощь, чтобы я отсюда убрался? Нифига себе, пока я тут говорил тебе о помощи, мне говорят, сделай радиостанцию. Это поможет поймать сигнал SOS. Так, мне нужен GP6. Это стеклянная деталь. Наверное, вот это вот? GP6. Ага, точно. И радио. О, прилетел. Привез коробку. Красавчик. Я просто отсюда забираю и все. Деньги привез. Красавчик. Просто молодчик. А как мне починить наш этот, я так и не понимаю. Не понимаю. Написано, нажмите на кнопку 4 и чини. А, вот что нужно для того, чтобы починить. Все. Set kit мне нужен. Мне нужен этот кит. Так, продолжим делать радио, да? Оно у нас тут есть. Вот, радио стейшн. О, господи. Снова вот это вот выплавлять нужно будет. Так, подождите, я слышу. Я слышу, что к нам кто-то прется. Началось. Так, а чё, как мне зарядить-то ствол? Во, давай, заряжай. На тебе. Еще давай. Буря началась. Фига себе, он очень близко подошел к водяной помпе. Ничего себе. Мне кажется, ли к нам опять кто-то идет. Вот эта игра уже разнообразилась и становится интереснее. Вот это вот мы забираем. Отлично. Метель, прекращай, пожалуйста. Пожалуйста, прекращай. Я пока дую ват. Нет, я не хочу ничего разделять. Не-не-не. Я хочу это, воды набрать. Спасибо. Так, метель, кажется, все. О, здорово. Хоть видно теперь все стало. Пойду, короче, куплю сейчас кит для ремонта кузни, потому что как мы сможем сделать радиостанцию без этого? Вот, 150. Процессор и вот эту вот вещь алюминиевую продаем. А шестеренку оставлю, S10 нам может где-то пригодиться, поэтому... Дрон отправляется, скиллпоинт за дрона получил. Нормально. И у меня есть одна проблемка. Я каким-то образом консерву сюда затолкал. Вот, и шестерню зачем-то затолкал. Как вот? Вот как это выходит? Можно мне обратно как-то забрать консерву свою, пожалуйста? Отдайте мне консерву мою, блин, которую я за сотку купил. Почему она сюда отлетела? Вот это зачем-то отлетает. Ну, короче, видишь, да, сюда можно случайным образом запихать то, что не должно здесь очутиться, и как бы вот, получается жопа. Пойду схожу за последней своей консервой, которая там осталась, пожру ее, так как у меня что-то в желудке урчит уже. Консервочка, иди к папочке. Да блин, забери ты ее уже. Вот, и пожри. Отлично. Пришел, короче, сюда набрать воды, а мне говорят, что все, контейнер пуст. Так что обломись. Придется только водяной помпой заполнять свои бутылочки. Чем я сейчас и буду пользоваться. Слава богу, что я ее построил, эту водяную помпу. Без нее у меня был бы дичайший сушняк. Че там, дрон-то прилетел? Нет, дрон. О, прилетел, красавчик. Кит мне привез.
Мне нужен кит. И сейчас придется покупать консервы. Как по-другому-то? Две консервы мне еще привези. Пойдем чинить теперь наше оборудование кузнеческое. Кузнеческое наше оборудование. Достаем гаечный ключ. Гаечный ключ, говорю. И начинаем чинить. Вот. Так, это я что-то демонтировал. А мне нужно было починить. Вот. Теперь я чиню. Точно. Вот, я починил. Не-не-не-не. Короче, ясно. При помощи гаечного ключа я могу демонтировать еще все. Тогда я его убираю, чтобы лишнее еще не убрать что-нибудь. Ставлю все сюда. И по новой заливаю воду. Готово. Опять ползут вот эти вот. Стреляй. Блин, перезарядить забыл. Опа, нифига себе, я ему руки отстрелил. Давай, 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 шустрей. Да блин. Он сейчас нам помпу. Фух. Он сам взорвался, просто. Не знаю, от чего он, ну как-то взорвался. Ну давай посмотрим, что там у тебя есть. А, чтобы посмотреть, нужно гаечный ключ достать. Что тут у тебя? Это хорошо, это мы продадим потом. Дрончик нам уже пожрать, наверное, привез. Да, отлично. Я как раз уже хотел похомячить что-нибудь. Ой, буря началась. Пожрем по такому поводу и попьем. Нам бы еще, кстати, пистолет перезарядить. Он стреляет у нас от воды. Поэтому, как это сделать, я еще не знаю. Сейчас, как его перезарядить? Вот, кто-нибудь мне подскажет. Выстрелил еще случайно. Капец. Ствол, как тебя, блин, перезарядить-то? Давай-ка еще раз стрельнем. Все, вот у нас закончилась вода, получается. Мы стрелять больше не сможем, наверное. А нет, можем. Можем стрелять. А сейчас выстрелю. Сколько патронов я израсходовал вообще. В пустоту, походу. Все, вот теперь мы стрелять не можем. Потому что кончилась вода. А может быть мне вот сюда, подожди. Подожди, вот сюда патрон, ага. И воду давай сюда. Во, все, пополнили, отлично. Разобрались. Как все делать? О, я еще вот так вот могу. Стой, подожди. А стрелка при этом остается, да? Надо будет попробовать пострелять вот так вот. Вот таким вот образом. Ладно. Берем топор, короче. Еще вот и скляночка вот эта осталась. Еще и записочка вот эта вот осталась. Может как-то записочку эту убрать? Че она тут вечно торчит у меня? Ну вот и все. Пластинка у нас доделана. Теперь мы можем создать основу для радио. Что мы... Надо заправить нашу всю машинку. Ну, конечно, тут уже дрова, все. Надо закинуть новые. Опаньки! Вовремя я вышел. Блин, да чтоб тебя! Почему я вечно забываю перезаряжать? Скотина, ядра падают мои. Да ты, ну как так-то? Заразу, он опять все сломал. Опять этот кит нужен будет. А что у меня это, фитиль как-то горит странно. Давай перезарядимся на всякий пожарный. Ну, это же абзац просто. Только починил и уже опять сломали. Ну, сколько можно-то, а? Ладно, подкидываем дрова. Да эту чертову базу уже сделаем для радио. И отправимся за... Так, крафти. Ну, что тебе не нравится? Масло, все у тебя. Ок, вода у тебя здесь есть. Дрова, сейчас вот у тебя там температура поднимется. Давай еще подкинем. Вот. Пока она там кочегарится, можно и дрона запустить. Правда? Вот это вот тут все. Вот сюда. Давай вперед. Снова скиллпоинт дали. Ну, спасибо и на этом хотя бы. Крафть. Наконец-то. База готова. Какая она здоровая. Она, правда, не влезает мне что-то никуда. Сейчас, подожди, может, вот так вот? Да нет. И так тоже не хочет. Во, влезла. Вертухан прилетел с набором чинила. Так, ну давай ее тогда поставим где-то здесь. Вот эту базу. Так, дальше нам теперь нужно само радио создать. Пойдем-ка посмотрим, что там для него нужно. Радио-товар, вот.
Значит, сет нужен. Потом вот эта стекляшка нужна. Где она, кстати? Вот она. Закидываем сюда. Давай-ка мы все это вот в блокнотик наш запишем. Вот. Пойдем теперь смотреть, что мы там можем сконструировать. Из этого всего. М09. Вот такая вот штука нужна. Делается из двух железячек. Давай больше желез туда закинем. Значит, М02. Что еще дальше мы сразу можем делать? Ой, точнее, М09. А почему М07 я взял? Нет, нам М09. Вот. Вот это вот нам нужно. Две штучки, пожалуйста. Так, 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 так. Откуда идет? Ну-ка, сейчас ему прямо... На тебе. Минус одна рука, хорошо. Так. И вторая рука, чем ты будешь бить? Башкой? Опа. У меня тут дофига воды было, ну ты чё, блин? Ну вот и готова наша вышка. Остается только место ей тут расчистить. Фух. Надеюсь, она будет очень высокая. Металла в нее вбухано немереное количество. И это все? Серьезно? Новый сигнал СОС. Давай посмотрим. Вы здесь, миссион 1. Я могу туда сходить? Хм. Ну, давай сходим, почему нет? Все можно построить из двух деталей. То есть шестеренки и алюминия. Который выпадает из роботов. Ага, окей. Дальше. Здесь вы можете увидеть все доступные задания, требующие эти ресурсы. Ладно, дальше. Если больше трех роботов пройдут через твои сооружения, то миссия будет провалена. Я понял. Короче, собираем ресурсы, строим башни, не давая пройти роботам. Орудийная башня. Стартовая паровая башня, для которой нужны вода и пуля. Смотри на индикаторы заряда. Ладно, постараюсь. Водяной насос. Ну, мы и так знаем, что это станция для сбора воды. Если она перестает работать, это сигнализирует о том, что она заполнена. Нажмите на нее, чтобы налить воду в пистолет. Ну, то есть в орудийную башню. Ок, давайте начнем с турели. Постройте ее на поле битвы. Удачи! Ну что ж, давай приступим. Деталей у меня вот сколько. Значит, строим орудийную башню. А роботы пойдут оттуда. Давай за камнем. Вот так вот. Нифига себе, они какие здоровые идут. Бабах. Плюс одна алюмишка. Это хорошо. Давай здесь теперь поставим. Подальше. Готово. Так, мне бы помпу построить, да? Было бы не... Потому что вода тут уже заканчивается у турели. И походу я сейчас эту миссию могу просрать. Один, шестеренку какую-нибудь. О, помпу могу поставить. Помпа у нас будет здесь. Пускай качает. Так, помпа качает. А как мне воду заливать? Вот в чем вопрос. О, плохо дело, плохо. Очень плохо дело. Воду сюда заливаем. Ништяк. Понятно теперь, как это все делается. У меня на еще одну не хватает. А, черт, алюмишки не хватает. Ладно, один робот пройдет, не страшно. У меня всего можно трем пройти. Знаешь, какую игру напоминает? Где растения от зомби отбивались. Вот похоже. Да вообще, такие игры ТДшные, они все одинаковые, в принципе. Так, один робот прошел. И я заработал плюс 300 коинсов. О, я деньги зарабатываю таким образом. А если бы ни один робот не прошел, я бы, наверное, 500 заработал. Все, миссия закончена, мы возвращаемся обратно. Замечательно. Хорошо. Теперь нажмите на 0 и откройте ваши скиллы. Ух ты! Вот они, скиллы-то мои! Здесь вы можете увидеть все навыки, которым можете научиться. У вас есть 4 разные иконки для изучения навыков. Шестеренки нужны для улучшения экзоскелета, для передвижения и инвентаря. И, наконец, пришло время построить стеклянную машину. Так, подожди, давай вначале скиллы распределим.
Скилл еды, скилл чинилки, скилл добычи руды. Вот это вот, я не знаю, что это такое. Короче, я еще раз прочитал вот эту вот записку. Понял, что вот это наш инвентарь. Можно, в принципе, попробовать его улучшить. Только тут есть еще универсальные, короче, какие-то скиллы. И для их прокачки нужны шестеренки. Без них как бы никак. О, метель началась, и к нам прут роботы. Перезарядка. Он взорвался. Нормально, хорошо. Короче, когда у меня фитиль на пушке горит, это значит взрывными патронами бабахают. Да, очень хорошо. И, кстати, вот у нас шестеренка появилась. Это говорит нам о том, что мы можем... Давай-ка мы ее еще сюда вот как-то перекинем. Вот, плюс один. И теперь мы можем прокачать... А, ага. Нам, короче, нужно 4 шестеренки, чтобы прокачать инвентарь. Я понял. То есть, смотри, вот у меня очки вот здесь вот есть. Сколько мы скиллов набрали. Одно очко в еде, два в ремонте, три в горном деле и 4 это универсальные звезды. Они исключительно для прокачки экзоскелета. То есть, вместительность инвентаря и... моего бега. Получается, что инвентарь я сейчас не смогу прокачать, потому что нужно 6 очков, а вот бег, пожалуйста. Но нужно также еще 4 шестеренки. Ладно, я об этом подумаю. Все, последнюю шестеренку я сделал. Теперь у меня их 4. Сюда закидываем и качаем инвентарь. Скорость бега. Все, прокачали. Мы теперь должны бегать на 15% шустрее. Давай-ка проверим. О, ну да. Прям значительно. Это хорошо. Теперь нам нужно сделать стеклянную машину. Что за стеклянная машина? Глэс. Ох, елки-палки, сколько тут всего делать? Очешуеть просто. Что ж, ладно, приступим тогда с базы. Я, короче, пришел в шахту и думаю, дай-ка я прокачаю еще и добычу руды. Почему бы и нет? То есть добыча руды у нас теперь... Сколько там? 30% вроде бы было. Давай проверим. Ну, я просто стал быстрее копать вроде. Да, в принципе, тут так и написано, что увеличивается скорость копания. Опа, на нас нападают. А у меня опять взрывной патрон. Блин. Ё-моё. Минус рука. О, смотри, я своим телом закрываю. Он не может бить. Промахнулся. Можно ли его как-то оттолкнуть? Да что ж такое-то? Черт. Поздно он как-то взорвался. Ну, давай тебя восстановим. Наш радиовышка. Готово. Есть там что у нас? По миссиям. Не, больше пока ничего. Ну вот и сделали мы. Для стеклянной этой штуки. Основание будет здесь стоять. Мощно этот стол выглядит. Мне тут говорят, что нужно в дирижабле заказать ремонтный комплект для вот этой штуки и починить ее. Комплект прибыл. Ремонтный. Давай чинить. Так, закидываем. Поехали. Готово. Теперь это все надо демонтировать. Надеюсь, у меня хватит места в инвентаре. Угу. И закинуть на нашу стоечку вон туда. Чего? Пролог из финишит? Все, получается, мы прошли. Секундочку, какой конец пролога? Я еще даже не доделал стеклянную машину. Ух ты. Тут у нас, походу, новая миссия. О, миссия 2. Ну так погнали. Надо деньжат заработать. О, новая фабрика. Фабрика патронов, которая производит патроны. Ну, здорово, чё. Ждем, когда кто-то пойдет. Вот он идет здесь, значит, мы ставим сюда. Также мне водяную помпу надо бы еще сейчас замутить. А, и патроны еще. Патроны, точно. По запчастям вроде все хватает. Давай вначале водяную помпу поставим здесь. Здесь вот так вот. Че там, водичка, как там? Отлично. Пока держимся.
Водичка наполнена, давай сюда зальем. Еще выстрел. А, хорош. Собираем деталье. Так, а что-то я позабывал деталешки собирать-то. Ох, как позабывал. Так, ребят, а, патроны у нас. По патронам пока все ок. Нам сейчас водяную снесут. Эх. Так, запчасть здесь. Надо бы тогда вот сюда поставить. Готов. Все пока хорошо. По патронам все ок. Надо фабрику патронов замутить. Так, водяную обязательно. Нет, водяную сейчас не будем делать. Патрики нужны. Патрики, патрики. Хотя и водяная тоже нужна уже. Готов. То есть здесь все? Патроны кончились. Патроны кончились. Тогда мы строим просто новую турель. Тут вода закончилась. Так, качай воду нам. Сейчас он, короче, ломает вот эту штуку. А, он начал стрелять. Я думал, через турель не будет стрелять. Хорош. Тут у нас что? Тут у нас все закончилось, да? Ладно. Постоим, посмотрим. Вот, натурель, натурель, натурель весь. Поставили, отлично. Вода закидываем. Хорош. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот здесь-то у нас ничего нету. Я здесь две турели шлепнул. Ах, я, блин. Ну ладно. Тупанул. Почему-то тупанул. Два прошли. Скотины. Тут у меня патрончики кончаются уже. Все, патроны кончились. Ну, шикарно. Последний, третий, и я все. Я проиграл. Нифига себе, их поперло. Третий идет, смотри. Финита ля комедия, да? Или... Нет, пока играем. Значит, если четвертый зайдет, то тогда мне точно будет каранты. Так, тут патроны кончились. А нет. А вот теперь кончились. Тут вода кончилась. Ну все, вон четвертый прошел. Мне хана. Финиш, елки-палки. Просрали. А переиграть можно? Нет. Нет. Все, как бы проиграл и все. Дальше никак. Пойдем тогда. Что там мы делали-то? Я уже забыл. Стеклянную. Для стеклянной штуки что-то мы там делали. Так, покажите нам. Вот эту штуку мы делали. Create. Франция у нас изготовилась. Франция. Ну и название. Blacksmith 2. Кузня второго уровня. Вот она сюда вставилась. И последняя деталь осталась нам. Это вот эта вот штука, которую делать нам не переделать. Ну вот и все. Все детали собраны. Остается только из этого сделать такую машину. Хотя чего-то не хватает. М01i. Ну вот, собственно, и все. Последняя деталька. Создается вот эта машина. А, конечно. Надо подзаправить древесиной. Вот он, этот механизм. Метель, конечно, началась, но ничего. Нам это не помешает установить все это дело. И, в принципе, вроде бы вот. О, мы тут можем стеклянные всякие вещички делать. Все понятно, для чего мы строили эту... ГЛС-машину. Но, увы и ах, так как это пролог,
Это глаз, машина нам ничем не поможет сейчас. Так что чиним эту вещичку, и, в принципе, на этом похоже, что все. Игрушка, в принципе, мне понравилась. Есть прикольные идеи. И когда она релизнется, я бы в нее поиграл. Конечно, с кузницей все это дело долго. Выплавлять, туда руду таскать. Очень все это долго. Но я думаю, в конечной игре это все исправится. Будет все немножечко по-другому. Поэтому, если тебе понравилось, ставь лайк и подписывайся. И тогда мы увидимся в новом видео. Ну и, конечно, будем ждать эту игру. Так что до встречи.